Вы сегодня всей семьей приехали в полном составе, правильно я понимаю? Ну да, вот сколько нас еще. Вам мало? Шесть человек сегодня. Можем бабушку в следующий раз, конечно, привезти на полный состав. Можете представить? Боже, Наташа Шоколадкина, мать героиня. Вот, наш младший Владимир Владимирович. Так, отличное имя. Дарья Владимировна, да, да. Валентин, Валентин и Настя. Да, Настя. Вот, учатся да. в одном классе. Впервые на хоккее вообще на смотрите? Да, не впервые все. А вы приезжали, бывали? Я вообще в школе, когда учился, мы частенько ходили. И вы спартаковец? Ну, и разумеется. Спартаковец как-то с самого раннего детства, у меня все друзья там, у них кто в ПТУ учился, кто еще, у них родители работали на заводах, они такие были простые, нормальные ребята, и как-то так у нас всегда было принято спартаковцем быть. С тех пор ничего не поменялось. А как вообще атмосфера на матче? У нас достаточно много людей собирается, несмотря на то, что это уровень МХЛ, да? У нас очень такая приличная аудитория, вот, рада, что к нам приезжают гости. Как вообще все понравилось, нравится пока? Ну, вообще, в общем, так впечатляет все, потому что как сказать, мы сами стараемся вести такой здоровый образ жизни, да? Ну и детям надо там учиться. А спортом никто не занимается? Хоккеем? Вот хоккеем, вот сегодняшний день, он может стать поворотным для нас. Мы задумаемся над этим. Вова, тебе понравился хоккей играть? Ты видел, как они катаются на коньках люди, да? Вот. Ну, примерно такие же вот. Примерно с такого же возраста уже можно начинать. Да. Так что мы обязательно призадумаемся. Этим-то уже поздно. А вот этому самый раз сейчас, да? Хорошим делом никогда не поздно заняться. Ну да. Вы немножко следили за нашей судьбой, вообще за положением вещей в «Спартаке», что сейчас нет пока большой команды, вот вам не хватает большого хоккея, КХЛ. Мы надеемся, что это все временно. Вот, потому что «Спартак» был всегда, вот, как себя помню, всегда был. И не может такого быть, чтобы его не было. Поэтому будет и дальше, просто, знаете, ну, бывают там разные какие-то жизни, перетурбации, ничего страшного. Во всяком случае, мы будем поддерживать, мы будем болеть. И мы считаем, что «Спартак» должен двигаться вперед. Мы группа «Божья коровка» сегодня здесь на матче, все вместе. И мы хотим крикнуть «Вперед, Спартак!» Спартак благодарит вас за то, что там шел. Вот, пользуясь случаем, хотим сделать подарок детскому дому «Красное-белое сердце». Вот такую нашу шапочку Божью коровкинскую. Держите, пусть у вас будет. Счастье. Обязательно передадим.